температуру при входе вы померили? Да, все нормально. Нормальная цифра? В течение двух недель какие-то заболевания были? Обострения? Хронических заболеваний у вас нет? В порядке общей очереди. Измерение температуры тела и давления. Опрос. Андрей Иванов готовится к сезонному росту заболеваемости и призывает всех, у кого нет противопоказаний, последовать его примеру. Вы будете прививаться принесли грипп. Вакцина, которая используется для взрослых, зарекомендовала себя хорошо и у маленьких, и у взрослых. Переносится очень хорошо. Поэтому просим вас спросить соседний кабинет. Прививочная кампания в Одинцовском округе стартовала 7 сентября. За 10 дней помимо главы муниципалитета защитили себя от гриппа более 28 тысяч жителей. По всем группам населения мы идем в графике. Общий охват вакцинированных почти 14%. Это более 28 тысяч жителей. В этом году охватить прививочной кампанией планируют более 206 тысяч жителей округа, то есть 60% населения. Большая часть из группы риска. Вакцин в медицинских учреждениях достаточно. Их безопасность доказана годами применения. Граждане из групп риска 60+, это в основном совигрипп. Население с 6 месяцев дети гриппол плюс. Ну и флюэм для взрослого населения. Хотя гриппол плюс можно и для взрослого населения. То есть она абсолютно безвредная и для любого возраста вакцина подходит. Кампания по вакцинации от гриппа продлится в муниципалитете до 1 декабря. Сделать прививку по полису ОМС можно бесплатно в кабинетах вакцинопрофилактики медучреждений или в передвижном фельдшерско-акушерском пункте. График его работы размещен на сайте администрации округа. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».